Валерий Воронин. Чем он приглянулся английской королеве? Это был абсолютно голливудский типаж по внешности. Слова «мачо» тогда еще не было. Александр Абдулов. Почему он бросил роли принцев и стал играть подлецов? Любому актеру мужеского пола, ему же не хочется быть красавчиком просто на экране, правильно? Ему же хочется, чтобы говорили: «Ой, слушай, ну ты там так сыграл». 9 миллиардов наших с вами рублей сейчас, прямо сейчас, лежат мертвым грузом на счетах Краевого фонда капремонта. Особенно тема капремонта и все эти проблемы бесит людей, которые живут в новых относительно домах. Они реально не понимают, зачем и на что они постоянно сдают деньги. Мы же постоянно на съемках пересекаемся с подрядчиками капремонта. Так вот, они подходят и прямо говорят: мы не хотим на таких объектах работать, мы работать не будем, это невыгодно, это полный провал. В честь своего 25-летия радиостанция «Красноярск Главный» организовала народную премию «25 главных». С помощью наших слушателей мы составили список профессий, чтобы голосованием выбрать в них главных. 323 заявки, 110 тысяч голосов, 6 тысяч человек ежедневно следили за ходом голосования, 73 финалиста и 25 победителей первой народной премии «25 главных». В этом году исполняется 25 лет. Ни одно СМИ, неважно, радио, телевидение, газета, не представляет из себя ничего без вас, наши уважаемые слушатели, наши уважаемые телезрители, наши уважаемые читатели. Сейчас мы будем вручать премии нашим главным красноярцам. Благодарность большая за то, что сделали такую номинацию, потому что номинация наша, я считаю, очень главная. Всем привет! Спасибо сказать своим родителям. Это представители номинации «Мастер маникюра». Внимание! Давайте все друг другу поаплодируем и поздравим, что мы и есть красноярцы. Долг век истинной красоты, еще короче век болезни.